На кого, чтобы у мамы разобралось сердце? Чтобы маму закопали глубоко в землю. Да что вы завелись, как ненормальные? Ну что я такого сказала, чтобы так орать, аж красная вся? А? Вы слышали, как она обзывается на свою родную маму? Что ты молчишь, мэр? Что ты молчишь? Значит, я сижу не так, лежу не здесь. Говорю против ветра. Я не девочка. Я живу у себя дома. Мэр, надавай ей по щекам. Она хочет, чтобы я закрыла глаза. Мама, успокойтесь. Я не хочу, чтобы у вас закрылись глаза. Я хочу, чтобы вы замолчали свой рот. Мэр, мэр, надавай ей по щекам. Да раньше я сама через вас сдохну. Да раньше я отравлюсь, когда никто не хочет моего счастья. Что? Счастье? Счастье! Вот это счастье? Это что оно может, это счастье? Счастье. Аля, иди сюда. Знаете еще, мамаша? Что? Мы поженимся, а вы пропадите. Тетя Доба, что вы так колотитесь? А если у них любовь? Лёвка, не гавкай. Сейчас поднимусь, я оборву тебе уши. Они поженятся. Мэр! Что ты молчишь, мэр? Доба, а як со він її любить, така шоботера? Галя, закрой ему рот. Так, закрой рот. Да хай же вони поженятся. Что? Какая разница? Что? Какая разница? Такая разница. Такая разница. Что оно может? Что оно может прокормить своих детей? Не дай бог они народятся. Это не ваше дело. Я же вот такая голова от тебя. Галя, не мое дело, когда за ней интересуются такие приличные люди. Ой! Капитал, что, ой, с дома. Ой! И с капиталом, так они для нее старые. Ей подавай этого, задрипанца. Да дурна. Ма, ну что ты, Сеня у Мишки в банде, а у них денег полно. Что? Что? О, Мишка! Миша, иди сюда скорее, там же здесь давно не смешно. Миша, иди-ка сюда, иди сюда. Иди послушай, что говорит твоя больная сестра. Она хочет пожениться. Ну и что? Так на нем! Так и что такого, пускай поженится. Что? Так он же голый борзый. Сеня, то с чего вы взяли? Сеня такой зажиточный, что это не дай бог. Что? Что слышали? Сеня, а что ты молчишь, как глухонемой? Скажи, что ты богат. Я? Нет, я. Мам, у него даже дом свой имеется. Что за дом? Вот чудак. Шикарный дом. С откуда у него дом? Ну, не такой большой, конечно, но зато каменный. И капитал есть. 1040 наскребет. И за мэрикой дадим столько же. Сколько? Что, 40 тысяч дашь? А что, ты же не задрипанка какая. С кредитной фамилией.